В стране детства сегодня праздник – День воспитателя. И в этот день всех своих коллег с профессиональным праздником поздравляют сотрудники 15-го детского сада «Страна детства». Дорогие наши коллеги, от имени жителей страны детства, взрослых и малышей, мы поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем дошкольного работника. Воспитатель вкладывает много сил и энергии в развитие личности маленького человека, заботясь о его благополучии, прививает любовь к родному городу и своей родине. Мы желаем вам крепкого здоровья! Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит не только от родителей, но и воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. Желаем отличного настроения! День воспитателя и работника дошкольного образования – дань почтения труду дошкольного педагога, который становится одним из первых наставников для детей. Пусть ваши малыши дарят вам свои лучезарные улыбки и наполняют вас неиссякаемой энергией. Поздравляем! Напомним, 27 сентября Россия отмечает День воспитателя и работника дошкольного образования. Он был учрежден по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями.